Знову ж таки, 21-ша. Добрий вечір, малята, любі хлопчики і дівчата. Щиро вітати всіх, хто приєднався до прем'єрного показу на YouTube-каналі «Харків Нау». Місто героїв Харків. Нау, я Ігор Діденко, харків'янин, перебуваючи зараз тут у місті Герої Харків, який тримає спротив не людей, захищаючи людські цінності, продовжує жити. Ви знаєте, саме сьогодні я їхав і дивився, як у Харкові комунальники білою фарбою красять дороги. Це означає, що город вже думає про майбутнє, город вже думає про те, як йому якнайшвидше відновитися, якнайшвидше стати тим містом, яким ми всі разом захоплюємося, тим містом, яке ми продовжуємо любити, тим містом, в яке вірить вся Україна і весь світ, всі харків'яни, де б вони не перебували. Серцем вони у Харкові. Нагадую також, що наші ефіри можливі завдяки вам, наші підписники. Дуже ми радіємо тим тенденціям, які у нас відслідковують алгоритми YouTube. Але кожного разу нагадую, що, будь ласочка, підписуйтесь на наш канал, тицькайте колокольчики і обов'язково робіть посилання на наші етери, діліться ними у своїх групах, соціальних мережах, друзями. Таким чином ви можете допомогти розповсюдженню нашої інформації із міста героя Харків. Також вкотре, в самому початку, хочу подякувати волонтерському хисту наших медіа-волонтерів громадського об'єднання «Харківська регіональна фільмкомісія» за надані відеоматеріали. Люди, які постійно, хоч і в бронежилетах, за будь-яких обставинах, роблять все, щоб фіксувати жахливі наслідки злочинів проти людяності, які, на жаль, саме сьогодні відбуваються у нашому місті. Саме сьогодні, на жаль, вже є поранені і на Салтівці, і чекаємо офіційної статистики. Благодійництво – це діяльність, яка потребує вашої допомоги, народу України і всіх, хто зараз серцем перебуває з Харковом. Саме тому я закликаю знову ж таки від себе особисто, від благодійної фундації Ігоря Діденка «Митці» доєднатися до наших благодійників, стати нашим патроном і підтримати медіа-волонтерство, підтримати харків'ян гуманітарною допомогою, технічною допомогою нашим військовим та смаколиками або просто гарним настроєм. Копіючка до копійки, ось тобі і 2 копійки. А на 2 копійки ми запитаємо у нашого сьогоднішнього співведучого, що можна було купити у Харкові на 2 копійки. Тому що у нас в гостях, а точніше, що значить у нас в гостях, ми знову в місті з Максом Резенфільдом. Макс, привет. Добрий вечір. Добрий. Да. Ти вновь сонячний, ти вновь лучезарний, хоча я знаю, у тебе була непростая, це вже називається робоча зміна, да? Сйомочна. Да? У нас багато знятого матеріалу, угу. Ми щось покажемо сьогодні, что нас ждет в следующих циклах. Но, дорогие друзья, я хочу засвидетельствовать при всех. Я не зря держу в руках бумагу и не зря даже приготовил очки для того, чтобы официально зачитать содержимое этого бумаги и официально Давай. При всех вручить. Харьковская областная військовая администрация наступным листом поведомляет, что Розенфельд Максим Ильич, далее паспортные данные, здійснює волонтерскую деятельность, пов'язану із доставкою гуманітарної допомоги, щоб щось доставив, допомогою населення міста Харківська та області із своїм інтелектом, і орієнтовний список вандачів або допомоги там додається. І все це для представника органам поліції, міліції, прикордонної служби, ДНСС, військової адміністрації, контрольно-пропускних пунктів та мамі. Тут не написано, це вже від себе. Сподіваємося на вашу підтримку. За підписом подивись кого. Герцог Ришелье, Алексей Негудов. Спасибо. Дружище, поздравляю. Я вообще вот когда зачитывал этот текст, действительно напоминает из 3 мушкетеров, когда Миледи вручалась такая бумага, по предъявителю всего все сделано по моему приказу, оказывать максимальное содействие. Ну, дружище, у тебя такое лицо, что предъявителю всего, улыбающему лучезарному, сразу есть доверие. Но... Ты вот как, я не знаю, я как раз хотел бы это прокомментировать, просто действительно это нелепая ситуация. Я с ней столкнулся во время съемки. Во-первых, надо не ждать, это как бы я даже скорее как рекомендацию, если вдруг харьковчане сталкиваются с подобной ситуацией, не ждите, когда органы власти, представители правоохранительных органов к вам подойдут, идите к ним навстречу, это как бы ну, психологически правильно. И вот когда мы начинали снимать, прежде чем вообще начинать снимать и делать хоть какие-то даже фотографии, сразу я ищу вот где.
люди в форме, одной или другой, подхожу, и у меня, в отличие вот до этой секунды, никакой бумаги, кроме паспорта моего, не было. И лица. И лица. И я вот с вот этим вот лицом подхожу, и я никогда не видел, чтобы полицейские, СБУшники, вот военные, так сразу вот верят. Военное положение в городе героев, в Харькове. И верят. Я говорю, и иногда даже такое ощущение, ну, это может быть военная тайна, они на меня как дети смотрят, на взрослого. И говорю, ребята, а что вы думаете по этому? Они у меня спрашивают. Я говорю, это вы меня спрашиваете? Кто тут из нас в форме с оружием двоих? Поэтому, но у меня все время было чувство вот этого самозванца, который вообще-то не имеет права никак это делать. И говорит, дайте мне хоть какую-то бумагу, чтобы я мог хотя бы этим прекрасным людям показать, что я не засланный шпион, а в общем все делается как это, по имени, поручению герцога Ришелье. И для герцога Ришелье, хотя на самом деле, конечно, для людей, а не для губернатора, администрации. Это делается для людей, для наших зрителей в первую очередь. Поэтому спасибо большое за... Поздравляю. Медиа-волонтер Макс Казантин. Да, я теперь как это, с документом есть, и почтальон Печкин может мне вручить посылку. Спасибо вам, зрители. Ты хотел, я знаю, в самом начале, до того, как мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, чуть прокомментировать, обратную связь дать по тому, что мы уже разместили на Ютьюбе. Я знаю, у тебя есть отклики. Давай, тебе слово. Ты знаешь, я, во-первых, тут есть отклики и на вышедшие недавно эфиры, и есть отклик, грубо говоря, на меня самого, потому что первый эфир, который вот мы, он был длинный, полуторачасовый, который мы писали, мне говорили там мои друзья, мои бывшие студенты, что ой, что же с вами, Максим, война сделала, вы такой вы задумчивый, у вас столько накопилось вот этой рефлексии, вы так медленно говорили, а потом вы развеселились и как-то так стали эй-эй-эй. Вот я жалею о том, что я стал эй-эй-эй, потому что мне кажется, что, ну, это мое внутреннее наблюдение, мозги наши, они работают, уже включились, они работают уже с определенной, как бы, может быть, даже довоенной скоростью, а ты на одном эфире сказал, сейчас все быстрее происходит, даже быстрее, чем до войны, вот как бы мозги работают. А ну, все... вот я перестал смотреть видео на единице скорости, я все смотрю на 2. Ну... А сердце, мне кажется, оно наоборот, оно, видимо, какой-то есть психологический такой момент, но оно не блокируется, но оно замедляет реакцию, потому что если ты все это в себя сейчас пустишь, то на тебя это как навалится, и все. И как бы, условно говоря, наши эмоции, наши чувства не успевают за нашей головой. Голова побежала, и руки и ноги вместе с ним побежали куда-то туда вперед, а сердце как бы оно немножко подтормаживает в этом отношении. И вот ты мне сейчас рассказал перед эфиром как раз историю о том, что ранило сегодня журналистов на Салтовке. Не журналистов. Кого-то ранило на Салтовке. Вот. Вот это, знаешь, какой образ, что не надо торопиться сейчас бежать. Ты вот, у тебя уже голова, мозги говорят, там, побеги туда. Уже можно. Ты уже побежал, и туда прилетит. А вот как бы дай себе возможность чуть-чуть притормозить. И вот мне очень... хотелось бы на самом деле сегодня и, может быть, в следующих эфирах немножко затормозиться, немножко вернуться к вот этому первоначальному состоянию, когда больше вот внутреннего вот как бы переживания и тех трансформаций, о которых ты все время спрашиваешь и у меня, и у всех своих гостей, чем вот это вот «и погнали дальше». Вот. И в этом отношении я хотел критикануть и от себя, и от некоторых зрителей такой большой совместный эфир, который у нас был с Сергеем Бабкиным и с актерами театра «Прекрасные цветы», потому что, ну вот знаешь, вот сам Сережа, он во время этого эфира, во время этого говорил, видно, что, вот он даже так сказал, у меня нет слов, я еще думаю вслух. И вот как бы это тормозило скорость, темп, ритм всего этого эфира. А там, например, Артем Вусик и Игорь Ключник, они как раз очень... Они держали отчет, и они очень так в припрыжку это все делали. И вот я знаю, что многие сказали, ну вот растерянность Бабкина, она как бы сейчас для многих более отзывается. Потому что люди понимают, что если с человеком искренне он показывает, что он растерянности... То есть, значит, ты тоже как бы имеешь право признаться себе, что ты можешь это все дело испытывать. А человек, который уже включился, очень, это круто, это честь и хвала им, но ты понимаешь, это как бы является отчасти упреком тебе, что с тобой что-то значит не так, если ты так... Короче, люди
дают себе, благодаря вот такой растерянности, да, и вот переживанию искреннему этого, дают себе право оставаться людьми, которые могут испугаться, растеряться, не знать, как жить дальше, плакать и, плакать, да. И так далее. Я еще быстро расскажу, у меня был вчера такой разговор с одним очень серьезным человеком, архитектором, вот, и он честно признался, говорит, я не могу ничего делать, я не могу ни рисовать, он не в Харькове, он уехал, он не мог ни рисовать, ни думать, ни проектировать. От меня чего-то ждут, мне очень стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. И это на самом деле так круто, что он честно себе в первую очередь в этом признается. Да, это нормально, это правильно, это по-человечески. И вот как бы мне хочется, может быть, в каком-то смысле, немножко, чтобы мы с тобой тоже затормозились в наших быстрых ответах, быстрой реакции. Не знаю, ты сегодня просто пришел и начал эфир совершенно с другим лицом, чем обычно бывает. И вот это на самом деле моя эмпатия по этому поводу. Вот какое-то вот такое ощущение, что надо немножко замедлиться. Ты затронул две темы, которые я хочу, чтобы у нас были обсуждены в одном из эфиров. Первая тема – это чувство вины уехавших. И это психологический аспект. Я обращаюсь к нашим зрителям. Огромное количество людей сейчас ощущают вынужденно, уехавшие неправильно, находящихся в вынужденной эвакуации, они испытывают эти проблемы. Мы хотим в одном из эфиров вместе с профессиональными психологами, это называется не поговорить, это называется, наверное, дать описание этому состоянию. Может быть, какие-то инструменты, каким образом либо в этом состоянии существовать, либо из него выходить, либо найти какие-то инструменты поддержки себя самого. Потому что в первую очередь нужно сейчас, это я наполягаю на цьому и продовжувати, це збереження фізичного тіла і збереження ментального здоров'я нації, ментального здоров'я людини, ментального здоров'я родини та тієї спільноти, в якої ви зараз опинилися. Це перше. По-друге, вот то, о чем ты сказал, это вот замедленность. Она происходит, когда человек перестает быть актером, когда перестает быть телевизионщиком. И такое происходит и со мной, вот, и такое происходит и с профессиональными актерами, когда ты задаешь им прямые вопросы, глубокие, которых никогда не задавали ему, а, в таком психологическом состоянии, б, в таком информационном окружении, и с, требующий честного ответа. Вот тогда исчезает вот этот вот, как ты говоришь по мне, маска, возникает личность, возникает внутренний диалог. Как мне кажется, в постоянном состоянии, которого находился Сергей в этом эфире. Да. И в ходе этого внутреннего диалога возникает замедленность, каким образом зарождающуюся мысль сформулировать. Упростить до слов, связанных хоть в какое-то там предложение, способное передать то, что человек внутренне отклик получил внутри. Может, я немножко разбавлю это позитив. И у меня есть позитив. Да. Это прямой фидбэк после выхода этого эфира. Девушка Надежда, для которой исполнил Сергей солдата для Надежды, или Надежда солдата, сказала, какой все-таки он светлый. Бабки. Вот, и, видимо, как бы вот эта вот открытость, вот искренность, да, даже обнаженность, вот она вот срабатывает вот да. В этот момент, и вот эта светлость внутренняя сквозь актера, популярного вокалиста, певца, автора, вот идет просто обнаженность вот как бы вот этой светлости внутренней. Поэтому, да, это работает. Я в свое время назвал себя контрастным коммуникатором, поэтому на контрасте ко всему вышесказанному перейдем к сухому языку цифр статистики YouTube. Пятерка лидеров просмотра на сегодняшний день стрим трансляции канала Харьков Нау. Интересно? Давай. Да, показывайте нас двоих, пожалуйста. Итак, пятерка. Пятое место. Коля Серега, Миша Крупин. Четвертое место. Харьков Нау, Трезуб с врачом Андреем Беньковым. Третье место. Місто Герой. Харьков с Максом Розенфельдом. Выпуск первый. Второе место. Марафон Лига Смеха. Та-та-та-та-та-та-та-там-там-там-там. И первое место. По просмотрам с отрывом там в 1500 просмотров «Місто Герой
Ігор Діденко, Макс Розенфельд. Выпуск 4. Сухая статистика Фейсбука говорит о том, что мы делаем что-то правильное. Макс, поэтому перевернули страницу статистики и анализов. Переходим к теме сегодняшней программы. Да, я как раз хотел сделать небольшую, коротенькую подводку по поводу того, что сейчас будет, потому что это, по сути дела, история о том, опять же, как бы на тему замедления, о том, что если бы это проект, этот сериал, да, таких хроник харьковских, писался бы в мирное время, то у нас был бы какой-то определенный сценарный план, как ты сказал, арка сезона, вот это вот все правильные слова. Вот. А так мы, получается, выезжаем на место, как бы не имея изначально какой-то вот цельной идеи о том, о чем это будет. И эта идея, эта мысль, она приходит в процессе съемки. То есть вот ты приезжаешь и начинаешь воспринимать как бы о чем этот разговор. Потому что, в общем-то, так или иначе, это все места, куда прилетело. Но у каждого темы, у каждого сюжета, так или иначе, но если мы говорим все-таки о профессиональном там, режиссуре, журналистской, должна быть какая-то главная мысль. И вот мы приехали на съемки на площадь Небесной Сотни, и эта мысль, эта идея, эта как бы рефлексия, она появилась в процессе съемки. И вот, собственно говоря, то, что из этого получилось, я бы хотел представить. То есть идея в том, что мы не можем заранее прогнозировать, не можем заранее ничего такого увидеть. Говори. Я готов, но я за терминологическую чистоту. Давай. Вроде бы как прилетела, ты до конца сам не определился, я бы это зафиксировал четко. На место, где совершено военное преступление против мирных граждан, военное преступление страной-агрессором, которое носит название Российская Федерация. Смотрим. Смотрим. Привет! Продолжаем вести наши репортажи из военного Харькова, Харьков Regional Film Commission. И мы на месте одного из таких мощных мартовских прилетов, площадь Небесной Сотни, которая много раз меняла свое название, и была и Михайловская площадь, и Скобелевская площадь, и площадь Руднева. И вот из виденных мною разрушений, когда меня спрашивают о том, что, на ваш взгляд, Максим, не подлежит восстановлению, ну вот как бы вот это пространство, оно, конечно, уже так и останется, наверное, и это расчищенные завалы. После войны здесь будет что-нибудь другое, новое. Очень мощный взрыв. Видите, размеры воронки, размеры разрушений. В общем-то, здесь как бы такие комментарии по поводу прилетов и разрушений излишни. Но это как раз такое место, вот эта площадь и здание здесь, это такая захарьковская часть города, с ней связано столько разнообразных историй и столько сюжетов, что я бы не стал сейчас рассказывать и перечислять всех их, но я бы сказал о некоторых харьковских параллелях, которые были сейчас, которые происходят сейчас и которые были во Вторую мировую войну. История всей этой площади, огромное количество сюжетов, а главное, очень много выдающихся личностей, которые жили в этой исторической части Харькова, которая так и называлась Захарьков, то есть за речкой Харьков. Например, год назад мы снимали для одного нашего большого видеопроекта о истории харьковских врачах клинику, первую психиатрическую клинику в городе, клинику доктора Платонова. Она сохранилась, частично сохранились эти здания здесь. А рядом жил, прошло детство, юность, такой знаковой для Харькова и не только для Харькова личности, как Николай Барабашев, Барабашов. И таких историй здесь действительно много, на этой старой Михайловской когда-то площади. Но главным зданием здесь было всегда здание, огромное здание судебных установлений. Харьковчане хорошо знают, как выглядит это здание. Это огромный такой комплекс, который строился несколько лет, и принимали участие в строительстве этого здания
несколько известных харьковских архитекторов, архитектор Хрусталев, архитектор Цауны, а завершал постройку академик Артур Алексей Николаевич Бекетов. Но рассказывая этот сегодняшний сюжет, я бы хотел сказать, что у меня возникло опять вот это чувство дежавю, когда ты знаешь хорошо историю какого-либо места, какого-либо здания или каких-нибудь таких исторических обстоятельств, связанных с какой-то локацией, то ты находишь в этой вот истории как бы параллели с днем сегодняшним. Дело в том, что здание, которое является центральным всем комплексом на этой площади, оно строилось как здание судебных установлений, но еще в гражданскую войну 100 лет назад. Здесь разместился штаб Харьковского военного округа, и когда-то здесь была такая мемориальная доска, еще относительно недавно, что здесь были просто все, там, Блюхер, Тухачевский, Баревич, Корк, тут все красноармейские военачальники, они вот заседали в этом здании, поскольку это здание на десятилетия стало ассоциироваться с чем-то таким военным учреждением. И тоже здесь были, видимо, какие-то следы боев тех столетней давности на стенах этого здания, ну, по крайней мере, то, что дало на долгое время, опять же, почти на 100 лет имя этой Михайловской Скобелевской площади, площадь Руднева, находилась прямо перед входом в это здание до недавнего времени. Это могила Николая Руднева, такого красного командира, который погиб не в Харькове, но похоронен был здесь. И, собственно говоря, это была первая такая рубец в истории этой площади и этого здания еще столетней давности. А потом история изменилась. Наступила Вторая мировая война, и здание это обстреливалось, поскольку действительно оно было таким, опять-таки, военным учреждением в Харькове. Сначала обстреливались немцами, а потом здесь разместилась же немецкая же военная комендатура в этом самом здании. И во время отступления немцев из города в 1943 году здесь тоже были такие уличные бои, и какие-то происходили события, разрушения. Даже есть воспоминания о том, как уезжавшая немецкая грузовик, отступающие немцы, значит, из борта грузовика разбрасывал какой-то немецкий эфрейтор марки просто вот в толпу, в народ, потому что уже все, их вывести невозможно было. И действительно, с тех времен остались еще старые такие следы на теле и этого дома, и этой площади, следы времен Второй мировой войны. Вот этот артефакт. Проверено, мин нет, Егоров. 23 августа 1943 года. И это, на мой взгляд, не столько артефакт той Второй мировой войны, сколько скорее символ освобождения. Проверено, мин нет. И каждый год к майским праздникам эта надпись подновлялась. И теперь, мне кажется, ее подновление, ее обновление имеет уже такой двойной смысл. В общем, проверено, мин нет, сержант Егоров. Вот прошло 80 лет, и как бы эта вся история фактически повторилась слово в слово, тютелька в тютельку, поскольку одна из первых мощных таких ракет, которая прилетела сюда, в Харьков, она была нацелена на это здание, на этот комплекс судебных установлений, и следы, и шрамы, ну да даже не шрамы, а такие кровоточащие раны, поскольку здесь очень мощный удар, как вы видите, был, и это раны, которые очень сложно будет залечить. Вся эта история, весь этот сюжет, это просто еще одна страница в истории города, в истории Харькова. И пройдет, я думаю, не очень много времени, и будет возможно показать его вот в том виде, в котором он есть сейчас. А еще через какое-то время он выйдет обновленным вот после реставрации. И опять-таки, как один из памятников и истории города, и его архитектуре, и одному из самых ярких архитекторов Харькова Алексею Николаевичу Бекетову.
Дякуємо всім глядачам, дякуємо Максу. Нагадую, в нас рубрика «Місто героїв». Я Ігор Діденко, Макс Розенфельд щойно був безпосередньо на місці цих жахливих військових злочинів. Дякую за експертність, Макс, надаю тобі слово. Ну, по-перше, що ти відчув, опинившись там? Ты знаешь, я же, в общем-то, с одной стороны, как и очень многие, и те харьковчане, которые в Харькове, и те, тем более, харьковчане, которые за пределами города, можешь увидеть степень разрушения только, ну, вот благодаря... Оказавшись там. Наоборот, не оказавшись там, ты можешь судить только по благодаря вот этим медиа-волонтерам, которые фиксировали, показывали. Понятно, это еще начало марта, вот эта атака российской ракеты, это были, я так понимаю. Судя по силе вот удара, взрыва и размерам этой воронки. И очень важно для меня и как для как бы экскурсовода хорошо, но еще и как для архитектора и как бы того, кто будет однозначно, вернее, уже занимается вопросом того, как это будем все это восстанавливать, увидеть все это воочию своими глазами. И вот действительно, почему я хотел именно туда поехать, по двум соображениям, потому что вот то, что в сюжете было, это уже неоднократно проходившая история, потому что этому зданию доставалось и в гражданскую, и в Вторую мировую войну. Вот. И еще и потому, что вот этот вот груда обломков, не подлежащих восстановлению, ну это одна из самых таких зияющих ран, одна из самых сильных. Мощных разрушений, и мне хотелось как бы, ну, надо ногами пройти, надо вот не побояться приехать на это, не побояться, как это, эмоционально не побояться, буквально пройти это ногами, трогать руками, посмотреть собственными глазами, и вот то, чем мы восхищали сюжет, что каждый раз это другая эмоция, другие впечатления, другая реакция. То есть надо смотреть и воспринимать это вот вживую. Другая история. Да, другая история. Тут для меня вот эта другая история именно вот дежавю. Это дежавю, потому что вот это культурные слои, которые здесь были. И я там в кадре рассказываю о том, что вот год назад мы снимали для проекта о харьковских врачах историю первой психиатрической клиники Платонова, буквально вот во дворе соседнего дома. Вот, и вот ты понимаешь, что вот за этот год вот как бы история Харькова и твоя собственная история, потому что для меня же это место, которое я вот обходил всего год назад совершенно с другим месседжем, с другим содержанием, вот она пишется. Это состояние, когда ты от человека, рассказывающего истории, ты погружаешься в состояние человека, который живет внутри истории. Вот это вот буквально такое перенесение такое во времени. Ты не переносишься во времени в прошлое, а ты понимаешь, что вот сейчас, настоящее, это уже история. И ты находишься внутри нее. И вот как бы это такая очень важная составляющая. И я тут хотел как раз вернуться к твоему уточнению, которое ты перед сюжетом сказал, что вот терминологически прилетело, надо исправлять и говорить корректно. И пока мы смотрели сюжет, ты точно так же сказал, что вот следи, как ты это формулируешь. Ну, в данном случае это действительно еще как бы есть проворот смысла. Я действительно в этом ничего не понимаю, потому что это юридическая терминология. Это действительно место военных преступлений, обстрел мирных городов, гражданских объектов. Но я настолько юридический профан, что я считаю, что мы обязательно должны один из эфиров посвятить и пригласить гостя, и может быть со мной, может быть без меня, ты сам пригласишь в студию гостя, или это будет по Zoom, специалистов, профессионалов. Юридический аспект этого всего. Юридический аспект этих вещей, потому что то, что мы там говорим, это значит, преступление расистов, это там, а кто-то говорит, ну вот так получилось, еще что-нибудь в таком роде. А они говорят, это не мы. И самое главное, вот эта вот фраза, которую я всегда, в общем-то, поддерживал эту фразу, но сейчас она стала, ну уже жупелом таким, пугалкой. Это все не так однозначно. Вот как все однозначно должны выяснить юристы. Специалисты, у нас они есть. И международные станции. И международные станции. Более того, Харьков же это еще и юридическая столица Украины. А если вот это, опять же, для тех, кто все не так однозначно, и как это, вернуть Советский Союз, Харьков была одна из главных юридических столиц Советского Союза. В том числе Харьковский юридический институт и юридическая академия. Это один из главных вузов той большой, огромной империи. Вот. И у нас есть
в Харькове такие специалисты, которые как раз занимаются такими расследованиями и юридическими аспектами на международном уровне. В частности, Ирина Венедиктова, которая как бы наша, харьковская, и она как раз этим и занималась еще до войны, чтобы это было не вот такой между собойчик внутриукраинский, там, тем более там внутрихарьковский, а чтобы это была большая такая международная история. И почему... Ну, и у нас нынешний ректор... Да, университета тоже. Я прошу прощения. Да, да, конечно. Юридически со всех сторон. Короче, я считаю, что ну, нам нужно для того, чтобы мы не занимались как бы жонглированием терминами и оборотами, нам нужен юрист в студии, который нам, не профессионалам, профанам, с юридической точки зрения это разъяснит. А почему это уместно было об этом сказать в этом сюжете? Потому что главное здание, это здание судебных установлений. И сейчас это был после десятилетия, когда это был фактически штаб округа, гарнизонное здание, вот это вот центральное. Это опять-таки это же суд. И вот как бы оно пострадало от авиации. Российской авиации, и поэтому вот этот, как бы, один из главных судебных органов всей Украины, это как раз хорошая тема, затравка для наших будущих сюжетов поговорить о юридической стороне. Слушай, я слегка мистик, я верю, что любая мысль потом вначале зарождается, потом может быть реализована в материале на мире, да, от желания. Давай просто озвучь это желание, кого бы ты хотел видеть в эфире. Я бы хотел увидеть в эфире, ну, я бы хотел. Уже вот теперь зрители, да. Харьков Нау хотели бы, наверное, увидеть здесь Ирину Венедиктову, которая генпрокурор Украины. И, кроме того, она в течение марта, по крайней мере, в своих эфирах общенационального телемарафона неоднократно подчеркивала, когда говорила о всей Украине, она говорила о том, что она харьковчанка, она помнит и осознает то, что она харьковчанка. И вот, как бы, знаете, для меня это было на самом деле такой... Из столицы, из Киева, из как бы центральных органов центральной власти, как бы такое все равно, ну, послание, что все равно она помнит, о нас помнят, о Харькове помнят, потому что, честно говоря, сейчас возникло, ну, я ловлю такие вот упаднические настроения, что как бы после того, как Киев, Киевская область и Черниговская, и Сумская очистилась от полчищ... Слава Богу. Слава Богу, что о нас стали не так... помнить. Нас стали забывать, у Харькова я имею в виду, как бы... Ну, это не так, сразу это говорю. Не так, вот. И вот поэтому я бы хотел, озвучивая свое желание, я бы хотел увидеть в эфире Харьков Нау ее, Ирину Венедиктову, потому что мне кажется, это, ну, вот, это еще и как бы послание харьковчанам. Такое, ну, мы понимаем ее график. Да. Да, всегда должен быть план Б. И план Б у меня такая мысль среди... Ну, Харьковская юридическая академия, это как бы очень серьезный такой... учебное заведение, еще и с очень мощными научными, кстати говоря, традициями. И у меня есть товарищ с довоенных времен, декан одного из факультетов Харьковской юрикадемии Николай Кучерявенко. Он и компетентнейший юрист, и он очень не просто авторитетный, очень... уважаемый человек, не в смысле вот этого традиционного, уважаемый. Приглашай. Николай Петрович, я вас очень хотел бы видеть, лично я как зритель, увидеть в эфире Харьков Нау. Кроме того, он с 2014 года, насколько я знаю, он все время был волонтером и в АТО, и активно поддерживал украинскую армию, поэтому как бы тут, ну вот, знаете, это как бы, а какая ваша позиция в этих ситуациях? Во-первых, профессионал всегда остается профессионалом, это можно сказать об учителях, о врачах, о журналистах. Если ты как бы профессионал, то в тебе включается это. Он юрист профессиональный, и в нем это вот как бы, ну, то, что я вижу даже сейчас там по его публикациям в соцсетях, он ни на секунду не забывает о том, что он и юрист, и, кстати, преподаватель, потому что это тоже очень важная история, поэтому вот это план Б. Слушай, ну Бог любит троицу, может быть, мы все-таки не забудем университет? Это не имеет отношения к юридической стороне дела, хотя имеет отношение, конечно, к юридической стороне дела. Но это такой закидон сейчас на будущие эфиры, потому что это тема отдельного, на мой взгляд, разговора. У нас был, ну, такой, приоткрою быстро такую завесу, это небольшая тайна, у нас был недавно такой разговор среди по Зуму, среди архитекторов о стратегии восстановления Харькова после победы. Я вот, кстати говоря, ты сказал про поводу терминологической ясности, я перестал говорить после войны, стал говорить после победы. Конечно. После победы, и у всех очень много вопросов. А какая будет численность города после победы?
А захотят ли вернуться сюда там такой бизнес, всякой бизнес, производство? Вот как можно говорить о стратегии, когда одни сплошные вопросы? Но для меня... Или чистый лист, нужно все писать. Вот это тоже эта тема. Но это, я думаю, в другой раз мы с тобой это обсудим. А в конечном итоге я эту тему поднял, и они ее подхватили. Ребята, архитекторы, да, не дети. Вот, что это можно воспринимать как трагедию, а можно воспринимать как возможности. Вот этот самый чистый лист. Но один из главных месседжей, за который я топил всегда, все последние годы, больше 10 лет, и мы с тобой это, кстати говоря, на одном из эфиров уже обсуждали, что если бы какой-то образ Харькова такой емкий, короткий, понятный во всей Европе, даже, может быть, во всем мире, сформулировать, может, это будет звучать слишком пафосно и даже в каком-то смысле самонадеянно, но у Харькова репутация украинского Оксфорда или украинского Кембриджа. То есть, в первую очередь, это город университетской истории, и все привязано к университету. И вот поэтому я бы хотел увидеть для третьего такого эфира гостя, я бы хотел в первую очередь увидеть ректора Харьковского национального университета Каразина. Тем более, что она, в общем-то, тоже по профессии, по образованию юрист. Но в данном случае я бы ей скорее, или ты бы ей задал, скорее мы бы ей задали вопросы о не столько юридической стороне дела, сколько скорее о будущем Харькова как университетского центра и университетского города, потому что в фильме «О бедном гусаре» Заморозова Тисфулова говорилась такая фраза: «В городе начинается жизнь, когда туда приезжают гусары, в городе заканчивается жизнь, когда гусары из него уезжают». Так вот, для меня Харьков – это в городе есть жизнь, пока в Харькове есть студенты. Для меня это вопрос номер один. Не столько бизнес, не столько торговля, не столько производство, даже, может быть, не столько наука и культура, сколько студенты. Поэтому вот этот вопрос, я бы посвятил этому целый эфир, вот разговор с Татьяной Кагановской. Вот, к слову, да, студенты — это все-таки некие люди, идущие по пути обретения профессии. Я бы еще хотел бы отдельно сделать эфир по теме «Харьков IT-кластер». Потому что мы понимаем, что компании, которые работают на аутсорсе... Ты же хотел троицу, а это уже четвертый. Нет, это отдельный эфир. У меня для этого тоже есть возможные гости. Держусь, хорошо. Я внутреннюю хочу озвучить. Да, я бы хотел обратиться к нашим представителям Харьковского IT-кластера, к собственникам IT-бизнеса, которые продолжают работу, которые продолжают выполнять свою профессиональную деятельность, откликнувшись на призыв высшего руководства страны продолжать работать для того, чтобы продолжать наполнять бюджет страны. Харькивнау открыт для сотрудничества. Я с радостью увижу здесь студии в Zoom в любом формате. Я бы с радостью поднял тему IT-бизнеса и перспектив возвращения его в Харьково после того, когда практически ключевые игроки вышли на аутсорс. Все, движемся дальше. Макс, я знаю, давай вернемся все-таки к сюжету. Я знаю, что там есть не только видео, есть история, есть фото. Давай поговорим. Я на самом деле коротко бы это прокомментировал. Это вот та самая идея, эти кадры были в... Есть фотографии, буду показывать. Да. Вот я бы попросил сейчас первую фотографию. Они, эти все фотографии, вмонтированы в тело этого ролика. Но вот для меня действительно эта история про то, что есть что-то очень, не то чтобы стабильное, а то, над чем вот как эти штормовые волны войны, они не властны над скалой. Угу. Вот оно все равно выстоит, оно подвергается этим ударам, но оно все равно может как бы преодолеть все эти вещи. Это здание судебных установлений, на нем написано «Дореволюционная открытка». Это одна из лучших работ архитектора Бекетова, это академика архитектуры. Одна из лучших, может быть, не одна из лучших по внешнему виду, она достойна в ряду других его работ, но один из самых масштабных проектов, действительно огромное, колоссальное здание, такого презентабельного вида. И, кстати говоря, среди судебных построек, среди судебных сооружений еще Российской империи, когда это строилось, оно было одной из самых больших на всю Российскую империю, потому что после всяких разнообразных реформ уже даже тогда Харьков был один из таких столиц юридических, центров юридических империи. Вот, можно следующую фотографию, это просто другой ракурс, и вот здесь на этой фотографии вот справа домик виден, которого больше нет, вот собственно, вот здесь он еще до старой дореволюционной фотографии присутствует в таком нетронутом виде.
А сейчас вы видели в видеосюжете, собственно говоря, воронку на месте вот этого дома. Можно следующее? Фото, это с другого ракурса, вот как раз здесь тоже сейчас вся эта часть, она иссечена осколками, выбиты окна, повреждено здание. Но вот если сейчас промотать еще несколько фотографий, вот это тоже нормальное его состояние. Вот, вот на этой фотографии видно, что разрушения в 43-м году были значительные, очень значительные, когда фактически правая фасадная часть здания просто отсутствует, на его месте зияет как бы такой провал и пустота. Я хочу вот в данном случае раскланяться перед архитекторами и строителями 45-й, 46-й, 47-й год Харькова, когда действительно город был очень сильно разрушен. И они смогли, вот, по сути, из этих руин, из этого небытия практически поднять и воссоздать, и восстановить в том виде, в котором оно было. И я поэтому, вот тут отдельный акцент и такой флешбэк на один из наших прошлых эфиров, когда мы говорили о Дворце Труда, о здании Дворца Труда, и о том, как его там, в каком виде его надо восстанавливать. Есть объекты, которые являются памятниками архитектуры. По отношению к ним должны быть сохранены, максимально сохранены требования к реставрации. Здание судебных установлений на площади Небесной Сотни – это как раз такая история, и оно должно быть восстановлено в том виде, в котором его спроектировал когда-то Бекетов, и Хрусталев, Цаун и все остальные члены строительной архитектурной комиссии. И видно здесь, что когда-то это возможно было, и это возможно будет и сейчас. Поэтому для меня, в первую очередь, этот сюжет, благодаря вот этим фотографиям в том числе, это как раз наглядный пример того, что мы когда-то уже этот путь прошли, и мы сможем его пройти вновь. Жизнь продолжается. 100%. Еще одна фотография есть. Давайте все-таки зафинализируем. Да. Ну, вот как бы это тот же самый провал, тот же самый проем справа от центрального входа в здание суда. Вот как раз это отсутствующая стена, и когда видно внутреннее... Где на здании было написано «Миннет»? Это не на нем, это соседнее здание. Ну, тут я маленький как бы тайну такую открою. Сейчас все-таки, ты знаешь это очень хорошо, не везде можно снимать, не все открыто. Да. Вот, это соседнее здание с зданием судебных установлений, на котором я еще до институтских, то есть я еще в школе учился, я знал, что вот есть на площади тогда Руднева вот этот надпись. И она в 90-е годы, ну, как бы, развал был тот еще, вот, и она выстояла в лихие 90-е, ее никак-то там не вляпали. Ну, а последние годы действительно за этим следят. И как раз, что вот тоже такая ирония, мы это снимали этот сюжет, вот буквально за несколько дней до преснопамятного вот этого Дня Победы, 9 мая, ее, как бы, за ней следят и следили и к 9 мая, и к 23 августа. Потому что написано «Проверено Миннет» 23 августа 43 года, день освобождения Харькова. Я думаю, что оно с левой стороны, вот если лицом стоять к главному входу здания суда, то оно слева на площади Небесной Сотни, это здание находится с этой надписью. Я думаю, что должна быть какое-то такое маленькое уточнение к этой надписи уже из 22 года с датой. Проверено Миннет, когда это будет дата приурочена к дню окончания войны, победы для Харькова, вот как бы наступившего мира. Потому что вот в этом опять-таки определенный такой символизм. Да, я просто могу констатировать факт, это не выдумка, это констатировать факт, что, ну я говорил, что мы вместе одной коммуны, скажем так, в этой коммуне есть волонтер с большим-большим опытом. И я привык ездить тайными тропами, дорожками, всякими такое. Я вот как бы в очередной раз отправляю туда, она говорит, ты с ума сошел? Что такое? Там заминировано. Я говорю, да ладно. И я подъезжаю, и там, увага, миновано. Вот, вот те тайные тропы от нелюдей уже заминированы. Это вот первое такое для меня дежавю. И второе такое дежавю, которое, слава богу, город Харьков пережил, город-герой Харьков пережил с минимальными потерями, это когда нелюди ночью разбросали по городу эти пластиковые мины, похожие там на нечто. И у меня просто там условно по улице работали ДСНСники, ликвидировав это, раздавались автоматные очереди, взрывы, и всех сразу придут, не волнуйтесь, это просто уничтожаются мины. И потом у нас появилась надпись «Проверено». Да, разминовано. Это вот когда... Это 2022 год.
Да. Ну, собственно говоря, я хотел так или иначе закончить каким-то позитивным финалом. А по-другому никак. Потому что по-другому никак. И на мой взгляд, вот как раз, как не чудовищная картинка 43-го года, но она дает опять-таки вот эту надежду на то, что знание того, что когда-то получилось, все-таки дает ощущение, что ну, если до тебя кто-то, ты не изобретаешь велосипед, если до тебя кто-то что-то такое уже сделал, то ты тоже сможешь. И вот это ощущение, то, что проверено, мин нет, значит, и у нас получится, проверить и мин не будет. Восстановлено из вот такого разбомбленного состояния, уже когда-то получилось, и у нас получится. И это означает автоматически, на мой взгляд, что жизнь продолжается, и все будет Украина. 100%. Друзья, и никак иначе. Огромное спасибо. Макс Розенфельд, я, Игорь Диденко. Спасибо всем, кто был вместе с нами на трансляции YouTube, трансляции премьерного показа «Харків Нау». Знову ж таки звертаюсь до всех. Присоединяйтесь к подписчикам нашего канала по смотрению. Пока огромное количество людей нас смотрит, но не подписывается. Для нас это важно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Задавайте вопросы Максиму. Мы будем на них стараться отвечать. Также в очередной раз, посмотрев сюжет, еще раз низко кланяюсь всем медиа-волонтерам. И Макс в вашем лице, и вам в том числе. Теперь уже вместе с бумагой, вот, да. Которые, благодаря усилиям которых, осуществляется освещение и фиксация военных преступлений, которые сейчас, прямо сейчас совершает страна-агрессор на территории города-героя Харьков. Благодарим ГО Харьковская региональная кинокомиссия. И в котре звертаюсь до всех, кто хочет доєднатися до благодійників, благодійної фундації Гриденко «Митці». На жаль, війна – коштовна справа. Копієчка до копієчки зберемо. Ті кошти, які потім підуть, надані народом України, підуть на потреби міста-героя Харків, мешканців міста-героя Харків. До речі, питання. Я обіцяв все-таки узнати. Максим, а що можна було купити в Харкові на 2 копійки? От, когда-то. Да, можна було випити 2 стакана газированої води в советское без сиропа. В советское время. Время. Да, в царской России. Одно стоило на 2 копейки в царской России. Да. На 2 копейки в царской России тоже кое-что можно было. На 2 копейки можно было купить булку хлеба. На 2 копейки можно было... Если ты в Харькове, если ты студент, и, кстати, я бы хотел, чтобы у нас тоже об этом был какой-то эфир, на 2 копейки можно было проехать на трамвае, но без пересадки на другую марку, на другую ветку, на другой маршрут, но со студенческой скидкой, а это очень круто, это очень важно, потому что город, уже когда это город, когда это не салоны асфальтованы. Салоны асфальтованы. То трамвай для него имеет колоссальное значение. И вообще, как бы, мне кажется, это хороший такой мостик к какому-нибудь следующему сюжету про трамвай. Ты дружище, да, ты задел такую тему, ко всем, кто не в Харькове. Прямо сейчас массово демонтируются трамвайные линии, потому что в городе Харькове закончился металл для обустройства противотанковых ежей, поэтому прямо сейчас идет демонтаж трамвайных линий. И я это говорю не с сожалением, я это говорю с радостью, потому что по всему городу, городу-герою Харькова, місту героїв Харкову з'являються нові блокпости, нові противотанкові споруди, нові місця перебування захисників, а отже все буде 100% добре. Але, вновь-таки, есть предложение, да? Просто говорить, комментируйте, неинтересно, друзья. Дайте свой вариант, мы говорим, что у нас Макс, ну, хоть он и Google, приходящий к нам в студию, но, тем не менее, 100% он не до конца знает всю историю. Отдайте-ка ваши варианты, а точнее, не варианты, проверенную информацию, что можно было купить в Харькове на 2 копейки в разные годы. Супер, блестяще у нас будет еще и такая Харькивнаупедия в комментариях к этому эфиру. Макс. Согласен. Спасибо огромное. Спасибо. Да. А всем вам добранич. На добранич.